первую проводку на подогрев дистоплива в фильтре. В общем, вот такие вот в этом сезоне пробки из Капролона. Свеча наша. Это провод массы, который нужно прикрутить где-то там под капотом болтиком на 6. Это плюсовой провод, который идет на реле. Реле четырехконтактное, ниссановское. Плюс на свечу берем с таким вот предохранителем. Берем с блока предохранителя. Есть там два болтика, тоже на 6. Туда садить можно. Вот, дальше. С этого реле идет вот такая вот косичка. Что в ней? В ней провод, который идет в салон, в котором у нас есть плюс на катушку реле, который нужно подключить на первое положение ключа, желательно, чтобы не заводя машину, можно было подогреть фильтр. Ну, в общем, на прикуриватель. И кнопочка. Включаю кнопку. Включив зажигание в первое положение, мы подаем плюс на катушку руля. Включив кнопку. Это надо на массу под панелью посадить. Включив кнопку, мы подаем массу на катушку руля. И тем самым включаем подогрев. На кнопке две группы контактов. Второй группой включается, замыкается цепь датчика воды, и на приборке загорается индикация наличия воды в фильтре. Ну, то бишь, знаю, что датчика воды нет, а стоит подогрев, понимаю, что включен подогрев. Нужно только штатную фишку на косе отрезать и, обжав, блин, как я, наверное, одной рукой-то хрен. В общем, забрал, здесь две мамы, здесь в комплекте две папы. Их нужно будет только обжать на провода. Вот такой комплект. Собираю. Кому надо, пишите, звоните, сделаю.